прекрасный Новоспасский монастырь и храм при нем. Второй этаж. Мы приехали сюда к иконам Всецарицы, прежде всего, на первом этаже, потом покажу. И архиепископ Лука Войно-Ясеницкий. Эти две иконы считаются самыми сильными, они обращаются к ним при онкологических заболеваниях. Опухоли различных, помогают онкологическим больным. Архиепископ Лука и Всецарицы Богородицы. Очень красивый храм, большой, просторный, двухэтажный. Очень много интересных икон, мощи. Советую побывать обязательно, при возможности таковой.